Что ж, давайте остановимся и позволим кому-нибудь задать какой-либо вопрос по поводу атрибутов. Да, пожалуйста. Вопрос касается позиции открытого теизма и процесса теизма. Почему отделяется имманентность Бога от его трансцендентности? Бог может быть суверенным владыкой и при этом взаимодействовать с людьми, быть близким к ним. Бог может быть суверенным, и люди при этом могут иметь свободную волю. Я не вижу здесь никакого противоречия. Что ж, по мере того, как мы будем углубляться в эту тему, вы поймете суть возражения и на чем она основана. Лично я согласен с вами в том, что действительно Богу это все сочетать. Но вы также должны понимать, что то, что вы говорите, это не то, чего придерживался всегда классический теизм. Согласно позиции классического теизма, Бог абсолютно суверенен, а это означает, что у Него вся власть, и Он использует ее. А так как Он неизменен и неуязвим, то Он и ничего не чувствует по отношению к нам. Он не близкий Бог, Он вне времени, и так далее, и далее. И в своей книге я как раз и пишу о том, что нам необходимо слегка изменить это представление по поводу некоторых атрибутов Бога. Нам не следует отказываться от представления, что Бог действительно контролирует все в этом мире и проявляет свою власть. Но нам также следует понять, как все это согласуется со свободной волей человека. Я думаю, вы понимаете, почему так много времени в этом курсе я буду уделять этой теме. Но, по сути, Линда, то, что я пишу в своей книге, как раз то, о чем вы только что сказали. На протяжении истории христиане считали, что, ну, может быть, это было бы и здорово, но то богословие, которое царствовало на протяжении веков, утверждало, что, ну, это невозможно, потому что у Бога вот такие атрибуты есть. И затем, когда речь заходила о суверенности и как все это отражается на нашем мире, что ж, получалось две крайности. Либо Бог все держит под контролем, и у нас нет никакой власти, или у Бога нет никакой власти, это своего рода процесс, или у Него мало власти, или даже у Бога все еще есть вся власть, но для того, чтобы дать место свободной воле человека, Он не использует эту власть все время. Это открытый теизм. Потому что делается допущение, что если бы у Бога была вся власть, и Он всегда ее использовал, то тогда было бы невозможно людям быть свободными. И понятно, что именно такая картина рисовалась на протяжении веков классическим теизмом. И именно поэтому многие сегодня говорят «нет, это не может быть верно». Это не то, что Писание, как представляется, говорит о Боге. Писание учит о том, что люди способны делать свободный выбор. Бог призывает нас принять решение. Поэтому как мы можем сказать, что у Бога вся власть, Он знает все, что произойдет, Он все решает, то как все это согласуется с тем, что Бог позволяет нам принимать решения и делать выбор? И представляется, что Он ожидает, чтобы мы решили, чего же мы хотим. И вот вы теперь понимаете, почему позиция открытого теизма для рядового прихожанина церкви прекрасно согласуется с тем, что они читают в своей Библии. Поэтому определенно есть разница здесь. Вот когда я сам учился, когда еще был студентом семинарии,
Я не помню, чтобы кто-либо представлял эти различные модели понимания Бога. Казалось бы, что вы следовали библейской модели, и если судить по словам преподавателя, то именно этому он и учил. И я должен сказать, что на тот момент я этого не сознавал, но то понимание атрибутов Бога, которое преподавали мне мои профессора, включая то, что мы разобрали с вами в этой таблице, на самом деле не включало всего. И мой профессор богословия не шел последовательно до конца, куда шли все классические теисты, что Бог далек, бесчувственен, не заботится об этом мире. Но вот когда речь заходила о божественной власти и о том, как Бог ее использует, то вот тогда рассматривалась дискуссия между кальвинистами и арминьянами. И вот когда я учился в семинарии, то мой профессор сам не был до конца уверен, в каком лагере он находится. Но все-таки он пытался занять промежуточную позицию. Он не уходил ни в ту, ни в другую крайность. Поэтому, в отличие от меня, большинство студентов, когда я учился в семинарии, которые получали степень магистра богословия, воспринимали классическую позицию, классическое понимание Бога. И, быть может, лишь только в последние 20-30 лет некоторые богословы стали говорить, «Посмотрите, а действительно ли это согласуется с Писанием?» Ну, конечно, процесс теизма берет начало из метафизики Альфреда Норта Уайтхеда, которая была представлена еще в начале 20 века. Где-то в 20-е годы все это появилось. Поэтому это уже все какое-то время присутствует. Но никто из евангельских богословов не принимал это всерьез. И даже никто из либеральных богословов не принимал это всерьез, только процесс-теисты. Но со всеми теми изменениями, которые происходят в доктрине о Боге в 20 веке, особенно если говорить о 70-х годах, 80-х, 90-х, то традиционное понимание Бога все более и более кажется неадекватным. И встает вопрос, а что же вместо? И вот на передовую выходит процесс теизм. И многие люди находят это привлекательным. Почему? Да потому что в нем отображается Бог как некий гигантский биологический организм. И вот это понимание как некого существа, казалось бы, согласуется со всем, что мы знаем из биологии. Уайтхед просто перенес это на богословие, и многим это кажется разумным. Что ж, вы не можете считать, что у Бога есть два полюса, и при этом хоть в какой-то степени оставаться евангельским. Поэтому, если вы все еще хотите оставаться евангельским христианином, то вы вынуждены будете отвергнуть процесс теизм, но не хотите возвращаться к классическому. И что же вам делать? Что ж, появляется открытый теизм и предлагает свой подход. Что ж, лично я не считаю, что открытый теизм — это единственная возможная промежуточная позиция. Мы будем говорить о разных вариантах. Но вы теперь понимаете, почему, когда с одной стороны классический теизм, а с другой стороны процесс теизм, то тогда люди, которые хотят иметь представление о Боге, согласующееся с Писанием, всерьез рассматривают тот подход, который предлагает открытый теизм. И давайте признаем, разве Бог в открытом теизме не выглядит привлекательным? Разве вы бы не хотели, чтобы ваш Бог был таковым? У Него вся власть, и Он в силах избавить вас от сложностей, когда вам это нужно. А когда вы не хотите, чтобы Он вставал у вас на пути, то Он проявляет такт и не ограничивает вашу свободу в большинстве случаев.
Он грустит, когда вы грустите. Он радуется, когда вы радуетесь. Что ж, что может быть лучше, чем Бог, который обладает всей властью, как в открытом теизме, и при этом настолько чувствителен к вашим нуждам и в любой момент готовый отступить и позволить вам делать, что вам хочется? Это очень привлекательный подход к пониманию Бога для обычного христианина, который приходит в церковь от воскресенья к воскресенью, а может быть, раз или два раза в месяц. Но, быть может, если вы посмотрите, как эти христиане живут на протяжении недели, ведь вы понимаете, то, как мы живем, отражает наше понимание Бога. И может быть так, что наше понимание Бога, когда мы занимаемся богословием, отличается от нашего понимания, когда мы живем повседневной жизнью. И я очень надеюсь, что ваше понимание Бога здесь, на курсе богословия, совпадает с вашим пониманием в жизни. Но для большинства людей то, как они понимают Бога в своей повседневной жизни, очень похоже на то, что предлагает открытый теизм, и поэтому он становится привлекательным им. Какие еще есть вопросы? Да. У меня вопрос, касающийся совместимости этих подходов с культурными особенностями. Вот эти три подхода известны по всему миру. Или, может быть, если мы посетим семинарию в Азии или в Африке, то услышим что-либо другое? Что ж, это хороший вопрос. И, конечно, очевидно, что я представляю это не в семинарии Африки или Азии. И я не знаю, как они там отреагируют на все это. Но вот что я могу сказать. Если вы хотите изобразить библейского Бога в соответствии с тем, как он понимался в христианской традиции, то вам просто необходимо об этом говорить. Может быть, что-то вы будете понимать иначе, в зависимости от вашей культуры, и фокусироваться на чем-то еще. Но вы вынуждены будете говорить об этом. Если честно, я не знаю, вот в африканском или азиатском контексте что-либо из сказанного нами будет привлекательным или непривлекательным. И я не знаю, уместно ли будет это сделать, но я все-таки хотел спросить. Здесь присутствует брат из России, Игорь. Вот что вы можете сказать по поводу России? Вот если говорить об этих трех моделях понимания Бога, какая из них будет более привлекательной, какая менее привлекательной для евангельских верующих в России? Я бы сказал, что Бог, который обращается к людям, общается с ними, будет гораздо более привлекательным, потому что в российской культуре роль и ценность взаимоотношений гораздо выше, чем в многих индивидуалистских культурах. Так что в евангельских семинариях, таковых не так много в России, какие концепции Бога, на ваш взгляд, преподаются или подчеркиваются? Российское богословие формируется под большим влиянием православного богословия, которое, в свою очередь, довольно близко к католическому богословию. Есть много общего между взглядами российских христиан и западных христиан на Бога и на людей, но российские христиане обращают больше внимания на взаимоотношения, на ощущения и на мистическую часть в богословии, чем западные люди. Хорошо, спасибо. Вот Игорь сказал о близости с русским православием, а также некой связи с католицизмом. Вот их источник богословия, а это классический теизм, существующий уже на протяжении тысячелетий. Так что, как минимум, официальное богословие больше походит на классический теизм, чем на две другие модели. Но богословие людей в повседневной жизни, мне кажется, отличается. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com.
Что ж, позвольте мне кратко поговорить с вами о других аспектах этой темы. Мы говорили с вами о том, что понимание ненравственных атрибутов Бога очень важно, но затем также говорили о важности понимания Божьей власти и того, как Он контролирует этот мир. Что ж, по сути, две модели суверенности, которые сейчас будут показаны, отражают основные подходы, хотя таких подходов больше. Что ж, прежде всего, есть подход, известный как общая суверенность. Этой модели придерживается открытый теизм, и так считает большинство, если не все традиционные армяне, которые в чем-то могут расходиться с открытым теизмом, и мы это объясним. Согласно этой модели, Бог достигает общих целей, но у Него нет планов по поводу всего, что происходит. И, конечно, при этом остается место для свободной воли человека. И речь идет об истинной свободной воле. И мы с вами поговорим, что означает истинная свободная воля и как она согласуется с божественной суверенностью. Но если вы придерживаетесь вот такого подхода, то тогда представление о том, что у Бога есть замысел по поводу всего вашей жизни, поэтому вам следует молиться и искать Его воли по поводу того, следует вам покупать машину у этого дилера или у другого. Или если вы еще не женаты, следует ли вам идти на свидание с этой девушкой или, быть может, с другой? Вот согласно этой модели общей суверенности, у Бога нет конкретных планов по поводу всего, что происходит в вашей жизни. Да, конечно, вы можете молиться Ему, если хотите. В этом нет ничего неправильного, но Он уже не распланировал ваше будущее во всех подробностях. И согласно этой модели, не запрещается молиться Богу по поводу всех вот этих вот деталей или мелочей, так как Бог действительно заботится о вас, но при этом не следует считать, что у Бога по каждому поводу есть некая совершенная воля, и вот в молитве эту совершенную волю можно узнать. Нет, Бог не все распланировал в вашей жизни. Что ж, сторонники этой модели утверждают, что здесь представлен близкий Бог, взаимодействующий с людьми. И здесь сразу представляется Бог открытого теизма и процесс теизма. Очень близкий Бог. И они также утверждают, что эта модель лучше всего согласуется с Писанием, лучше, чем любая другая модель. Но какой же есть другой подход? Что ж, его можно назвать полной суверенностью. И согласно этому подходу, у Бога есть план по поводу всего, что происходит. У людей есть некая свободная воля. Но это не истинная свободная воля, это условная свободная воля, не либертарная. Пока не переживайте по поводу всех терминов, вскоре вы хорошо поймете разницу между истинной либертарной свободной волей и условной. Но вот если вы придерживаетесь модели полной суверенности, то вы будете утверждать, что у людей либо нет свободной воли, либо она условная. Оппоненты этой модели заявляют, что эта модель изображает монархического Бога, которого не заботит Его творение. И это тот подход, который избрал, на их взгляд, классический теизм. И вот, конечно, напрашивается вопрос, который вы можете увидеть у себя в распечатках и высвечен здесь на слайде. Есть ли другие варианты? Что ж, я думаю, что есть еще варианты.
Хотя, на мой взгляд, эти варианты ближе к полной суверенности, чем к общей суверенности. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.